Итак, друзья, всем привет! С вами Алексей на канале Дневник Москвиста. Ну что ж, я продолжаю собирать двигатель Suzuki Intruder 1400. Осталось дело за малым. Установить корзину сцепления, установить диски сцепления, ну и, естественно, установить крышку. Ну что ж, приступим, пожалуйста. Итак, еще раз проверяем, что здесь у нас все установлено как надо, направляющие на месте, цепочка подтянута, все как надо. Не забываем проверить метки, которые установлены на валу коленвала и вот на этой звездочке цепи ГРМ. Вот здесь вот внизу у них метки должны совпадать. Вот метка и вот метка. Все совпадает, все отлично. Итак, я установил шестеренку на коленвал. Здесь болт с левой резьбой. Так. Сейчас мы его закрутим. Так, проверяю, на месте ли все подшипники, все хорошо. Корзина сцепления. На задней стороне корзины сцепления должна быть вот такая шестеренка привода маслонасоса. Так, устанавливаем ее, попадаем в шлицы, попадаем в шестеренку. Так. И здесь все отлично. Я продолжаю собирать корзину сцепления, устанавливаю сначала вот эту шайбу прорезями наружу. Так. Сюда. Шайба. Сейчас я буду затягивать вот эту гайку с усилием 90 ньютон-метров. Устанавливаю свое приспособление для закрепления корзины, чтобы она не крутилась. Выглядит это вот так. Наше приспособление не дает прокручивать корзине сцепления и даст возможность нам затянуть эту гайку. Ключ на 36. Наш динамический ключ. И поехали. Так. Ну и догоняю усилие до 110 ньютон-метров. Отлично. Так, сейчас я меняю положение приспособы. Так.
Не забываем про фиксацию резьбы. Сейчас я закручиваю болт, который держит у нас шестерню привода сцепления. Он у нас сидит на коленвалу. Резьба здесь левая у этого болта. Сейчас я его подтянул. Так. Приспособление застопорим своим нашим приспособлением, чтобы у нас тут ничего не крутилось. Затягиваю с усилием 160 ньютон-метров. Так, вот это кольцо устанавливаю по схеме, как указано в мануале, выпуклой частью вовнутрь, условно выпуклой частью, так, и устанавливаю второе кольцо. Так, ну и пошли дальше. Устанавливаю фрикционные диски сцепления. Ну и промежуточные металлические. Новый грибок, подшипничек аккуратно, чтобы не потерять. Так, ну для начала я объясню. Тут сцепление устанавливаются вот такие болты, один короткий, другой длинный. Длинные болты прикручиваем вот на этот ползунок, короткие вот на корзину сцепления. Вот у нас длинный на ползуне сцепление и короткий на корзине сцепления. Все, закручиваем это дело. Ну и затягиваем от 11 до 13 ньютон-метров. Отлично.
Ну и завершающий этап, устанавливаем крышку. Отлично. Осталось дело за малым. Сейчас я установлю шестеренки стартера, так называемые паразитки, и установлю на место крышку. Так, сначала среднюю. Устанавливаю прокладочку. Прежде чем установить прокладку, я промокнул все герметиком, как вы можете заметить. Так. Сейчас устанавливаю крышку. Ну и последний аккорд. Затягиваем болты крышки. Итак, я закончил ремонт двигателя. Я его полностью собрал. В процессе ремонта я поменял цепи ГРМ, поменял направляющие натяжителя на обоих цилиндрах, притерли клапана. Сейчас остается только воткнуть этот двигатель в раму и продолжить сборку мотоцикла. Ну а на сегодня все. С вами был Алексей. Пока-пока.